о красивой жизни красивых людей. В ближайшие 20 минут на 31-м. Это Beauty Time. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Молодые дизайнеры часто объединяются, чтобы представить свои коллекции модной общественности. Одно из событий подобного формата получило название Art Fashion Event. В числе приглашенных оказалась и съемочная группа Beauty Time. Новые коллекции уральских дизайнеров под звуки живой музыки и вокала в сопровождении классического танца и современной хореографии, а также художественного и парфюмерного перформанса. Тема вечера – чувства, открывает большой простор для творчества. Человек – это всегда о чувствах, то есть мы этим, собственно, ну, на мой взгляд, по крайней мере, отличаемся от животного мира так глобально, потому что у нас есть чувства. И вот это вот все, оно в коллаборации с показами, ну, не сможет, по крайней мере, оставить никого точно равнодушным в этом зале. И мы надеемся, что мы пробудим у людей чувство прекрасного, чувство стиля и чувство предновогодние, потому что очень много сегодня будет вечерних нарядных образов для того, чтобы уже создать немножечко новогоднюю атмосферу, и гости смогли в нее окунуться. Фэшн и Челябинск, как мы поняли, что это уже не два разных понятия, а очень тесно идут друг рука об руку. У нас очень много мероприятий, связанных именно с модой. И я думаю, что это тоже достойное мероприятие. Взять Гуччи, например, у них там все с артом связано. Это как бы два направления, которые идут нога в ногу. И поэтому, ну, арт фэшн, это да, это два словосочетания, которые идеально подходят друг к другу. 12 авторских брендов представили свое видение современной моды, созвучное различным настроениям большого города. Екатеринбург по праву считается городом стилистов благодаря высшей школе имиджа и стиля, а потому Art Fashion Event вот уже который раз приглашает на этот вечер его именитых преподавателей, чтобы гости из первых уст могли узнать все тренды будущего сезона. Это здорово на самом деле, что люди интересуются гармонией и красотой, и мне кажется, что нет вообще какого-то предела. Да, действительно, Екатеринбург считается городом стилистов, но, на мой взгляд, это очень круто, когда мы можем нести красоту в массы, в общество и видеть вокруг себя очень красивых людей. Выражение чувств, которые внутри у человека присутствуют, но он их не выражает во внешний мир, крайне важная проблема. И это можно решить с помощью одежды. Поэтому сегодня я об этом буду рассказывать. За вкусовые ощущения отвечали блюда от шеф-повара, за тактильные – развернувшиеся здесь же на площадке «Маркет». Ну и, конечно же, основная часть была посвящена визуальному восприятию. Этот арт-фэшн-ивент воздействовал на все органы чувств, и это очень современный подход. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Есть среди многочисленных российских модных брендов компании с историей. Те, которые начали свою работу задолго до трендов в поддержку местного производителя. Компания «Энса» существует на рынке 15 лет. Ее основатель, дизайнер Светлана Размахова, в своих коллекциях доводит до совершенства стиль элегантный минимализм. По-итальянски расслабленный и в то же время строгий, вполне демократичный и вместе с тем статусный. Casual и smart casual в основном идет. Ассортимент постепенно добавляется. Я же рассказывала, тогда вот каблучки были, потом потихоньку юбки пошли, брюки, жакеты, там платья, ну, платья соответственно. Перфекционизм во всем – главный принцип работы главы компании. Необходимо все держать на кончиках пальцев, вникать в каждую мелочь. Я очень люблю хорошие ткани, поэтому у меня не получается купить. Сэкономить на этом. Ну, у нас уже постоянные есть поставщики, которые нам нравятся самим. Мы у них покупаем
они даже дорогие могут быть, мы можем немного покупать. Покупаем все равно. У нас, во-первых, команда собралась, которая вот прямо любит-любит это. Все тряпочки эти все. Бывает, знаете, люди занимаются этим, но потом, я ненавижу эти тряпки, они говорят, там через сколько-то лет. У нас такого, таких людей нет в команде. У нас как бы все такие тряпочки. Ну, как-то вот все равно изнутри, то, что внутри компании, оно вот как так вот и выглядит, как внутри. Оно же все равно не скроешь. Фотосессий стало много в последнее время, только таких интересных, имиджевых для кампейна. Фотосессии происходят, ну, зависит, конечно, еще и от погоды, и от задачи, и от того, что именно придумано именно на эту фотосессию. Последняя фотосессия была, например, на улице, на шишнях, в снегу, с 6 зеркалами. И мы снимали вот на улице. Причем было достаточно холодно. Зависит от того, какие тренды визуальной информации именно для в этот период. Исходя из этого, мы что-то придумываем, чтобы это все было модно и красиво. Модную аудиторию сегодня не надо уговаривать носить российских дизайнеров. На них уже не просто обращают внимание, но и активно включают в свой гардероб. Наши конкуренты, мы же должны их отслеживать. Раньше мы отслеживали иностранных только, европейских марки, европейских. Сейчас мы уже на европейские не смотрим, мы уже смотрим на наших дизайнеров. Прям с нуля, мне кажется, это очень сложно. Иногда думаю, если бы я сейчас решила бы этим заниматься, стала бы я этим заниматься? Вопрос. Сложно. Производство, наверное, везде сложно. Особенно, когда оно такое. Есть производство, как бы продукт остается одним и тем же все время. Он не меняется ни качества, ни внешнего вида практически. Да, как у кого-то какие-то производства. А у нас же получается, как новый проект каждые полгода, и вот это вот гонка, и ничего ты не успеваешь, и скоро надо фотосессию снимать, тут что-то делали там. Чтобы русский стиль проник в моду, он сначала должен был попасть в Париж и уже оттуда вернуться к нам в интерпретациях французских дизайнеров. Примерно то же самое происходит с коллекциями Энса. Они давно успешно продаются в Москве и Санкт-Петербурге и относительно недавно начали завоевывать сердца челябинских модниц. На самом деле, я один раз стою на светофоре, и мне раз так глаз цепляется, что знакомое. О, блузка! Интересно. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Отделение косметологии клиники «Источник» представляет в действии лазерный аппарат «Акупалс». Инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем. Работает над устранением морщин, пигментных пятен, растяжек и рубцов и расширенных пор. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77-88-905. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Этот вечер про доброту и милосердие, про умение объединяться для решения сложных задач и вместе заниматься творчеством. Спектакль «Добрая история» по-настоящему уникальный. В нем участвуют танцоры и певцы, велосипедисты-экстремалы и духовой оркестр, ну и, собственно, сами актеры.
Репетиции начались еще летом, а последний месяц они вообще были очень активными. И, конечно, это огромный труд и родителей, и детей. И то, что они нам сегодня показали, то, что они нам подарили, часть своей доброты, любви, милосердия. Мне кажется, мы стали все еще немножечко добрее, еще немножечко мягче. Наш сегодняшний концерт мы будем показывать как для детей, так и для взрослых людей. Спектакль для того, чтобы помочь детям с заболеваниями и собрать сумму, чтобы им помочь. Мы учили связки, движения, много чего. Мы репетировали много. И мне понравилось, но иногда я боялась сильно, что меня наругают, если я некоторые движения не смогла сделать. Но мне понравилось все же работать. Я уже давно выступаю на разных концертах, конкурсах, поэтому для меня было не впервой. Я была рада тому, что я помогаю таким детям, которые заболели такой сложной болезнью. Позвольте представиться, меня зовут Параграф. Поэтому садитесь! Итак, ваше имя? Идея, конечно, простая, не прикликается немножко. Хотя книжка из детства, и только начав работать в «Искорке», я поняла, что это прям ну, где-то там близко. Вот бюрократ, например, параграф. Иногда приходится очень много бумаг собрать, чтобы получить какое-то разрешение или еще что-то. Там рассказывается о том, то, что первоклассники, например, не выговаривают какую-то букву или забывают про нее. И она исчезает из их жизни. То есть, если Паша был, то он Па, Ксюша – Ксюа. В этой приключенческой драме много чего из реальной жизни. Главных героев и актеров, которые их играют, зовут одинаково. А образ доктора на сцене воплотила кандидат медицинских наук, детский гематолог Наталья Зуб. Мне позвонили из «Искорки». И сказали: «Наталья Викторовна, а не хотите ли вы сняться в роли врача в таком спектакле?» Ну, раздумывала меньше минуты. Сказала: «Конечно, да». Как бы мы стоим по ту сторону всей этой сцены, да, то есть их там страдания, переживания, да, вот во всем этом участвуем в лечении. И по сути, вот когда они уже здоровы, мы их видим очень редко. И поэтому, придя сюда, очень приятно видеть веселых детей, у которых обычная жизнь, обычного ребенка. Это очень приятно и, в принципе, вдохновляет врача на дальнейшую работу. Из зрительного зала не так просто разделить артистов на профессионалов и любителей. Уж слишком захватывающий сюжет истории и динамичная эмоциональная игра. А между тем, среди взрослых актеров есть и родители, бывших подопечных фонда «Искорка». Участвуют почти что вся моя семья. У нас только старший сын не участвует. Мои дети играют буквы, вот, и мы танцуем. С «Искоркой» мы знакомы, скажем так, 4 года, когда мы первый раз заболели. У меня дочь младшая болела. А когда нас позвали в спектакль, сначала думала, ну зачем? А потом думаю, все настолько сделано было «Искоркой» и нам. Поэтому мы решили, что надо поучаствовать, поддержать «Искорку», потому что таких людей, такого благотворительного фонда я еще не видела. «Искорка» – наши большие друзья. И когда мы узнали о спектакле, мы решили, что это будет очень грандиозное событие. И с удовольствием приняли участие. Нам хотелось и на сцене поучаствовать, и добро принести. Ну, мамочка, ну еще 5 минуточек. Но еще одну минуту, но еще полминуточки. Мне все время говорят, что я перфекционист, а с детьми как бы невозможно что-то поставить идеального. Вот мне все время говорят, потому что я вот так до последнего тряслась. Вот такие я эмоции испытываю постоянно. Мне кажется, что если бы я там вышла и что-то быстренько сделала, все бы пошло получше, как-то зашевелилось. Ну, в общем, я умираю просто, умираю. И каждый раз я говорю, никогда в жизни на такое количество актеров невозможно ставить спектакли. Это такое знаменательное событие для нашего города. И что я вижу деток, которые перенесли такое тяжелое заболевание, и сейчас их лица светятся, они на сцене. Зрители в восторге, артисты в приятной усталости. Одни получили бесценный творческий опыт, другие испытали яркие эмоции. Благодаря людям с большим сердцем удалось невозможное. Как результат, добрая история сделала этот мир лучше. Вы смотрите «Beauty Time».
Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Сейчас о стиле спортшик говорят все, кому не лень. Но если быть точными, то шика в новых коллекциях не так много. А вот спорт в качестве перспективного модного направления будет рассматриваться еще очень долго. Никому уже сегодня не нужно объяснять, что такое спортивное платье. Это лаконичный силуэт с капюшонами, лампасами, специальными карманами, а также элементами, заимствованными из футболок и олимпиек. Толстовки с буквами и цифрами, вышеупомянутыми лампасами и полосками, также прижились за пределами спортзала. С рубашкой их сегодня носят в офис, а с платьем можно себе позволить надеть такой лонгслив на вечер. Ну и, наконец, хит сезона – худи, джемпер из трикотажа или флиса с капюшоном и карманом кенгуру. Надевайте его с чем угодно, и в этом сезоне вы точно будете в тренде. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Вы смотрите «Beauty Time». Красивые подробности красивых событий в формате «No Comment» в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, а также на страницах в Instagram, ВКонтакте и Facebook. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».